Дорогие мои подписчики и гости моего канала, у меня сегодня для вас рецепт замечательной выпечки с вишней. Какие ингредиенты нам нужны для сегодняшнего рецепта? Вишня, мука, ванилин, сметана, сливочное масло и соль. Вишню нужно для этого рецепта заранее подготовить. Я удалила косточки, засыпала сахаром и всю ночь оставила в холодильнике. На следующий день процедила. И у меня получилось вот столько сока и вишня. На этом этапе можно вишню проверить на сладость. Если вам не хватает сладости, можно добавить сахара. Я посмотрела, моя вишня еще кислая. Теперь добавлю 2 столовые ложки коричневого сахара. Можете добавлять и белый сахар. Коричневый сахар даст вишне приятный карамельный вкус. Вишню и вишневый сок пока оставим в сторону. Приступаем к приготовлению теста. Сначала в большую миску просеиваем муку. В муку добавлю щепотку соли. И нужно холодное сливочное масло обвалять в муке и натереть на крупной стороне терки. Для этого рецепта нужно, чтобы сливочное масло и сметана были очень холодными, только что из холодильника. В эту массу добавляем ванилин и сделаем крошку. Только это нужно сделать быстро, чтобы масло не успело растаять. Добавляем сметану. Замешиваем тесто. Точнее, не замешиваем, а просто собираем в комок. Это тесто долго месить не надо. Выложу тесто на стол и соберу в комок. Если вдруг получится так, что у вас получится сильно сухое тесто, то есть не соберется в комок, то добавьте немножко сметаны. Или если у вас нету сметаны, то добавляйте 2 или 3 столовые ложки холодной воды. Воду добавляйте по 1 ложке. У меня получилось вот такое тесто. Видно, что оно неоднородное. Так и должно быть. Поделю тесто на 2 части. Оно на срезе выглядит так. Положу тесто в пищевой пакет и отправлю в холодильник отдохнуть на 1-2 часа. Такое тесто можно хранить в холодильнике до 3 дней, а в морозильнике до 3 месяцев. Прошло 2 часа, раскатываем первый кусок теста. Стол нужно слегка посыпать мукой. Раскатываем тесто достаточно тонко. Я раскатала тесто достаточно тонко, вот так. Размер теста 40 на 50. Теперь порежу на 3 ровные части. С этим тестом нужно работать быстрее, поскольку оно быстро тает. И у нас очень жарко, и тесто тает очень быстро. Я взяла немножко кукурузного крахмала. Край, где я буду класть вишню, немножко на дно посыплю кукурузным крахмалом. Это делается для того, чтобы крахмал впитал вишневый сок. Класть сколько вам хочется, поплотнее, пореже. У меня достаточно много вишни, я поэтому кладу поплотнее. С этого края, вот эти неровные края, нужно подвернуть внутрь и скручиваем рулет. Тесто очень нежное, если будете сильно тонко раскатывать, оно порвется потом при скручивании. Этот край нужно слегка смазать водой, совсем немножко.
Или если у вас есть яичный белок, можете смазать яичным белком. И вот так скручиваем. Слегка вот так растягиваем и скручиваем в улитку. Этот край можно или подвернуть, или просто так защипнуть. Это поставлю на противень. У меня получилась вот такая улиточка. Это пока ставлю в сторону и займусь остальным тестом. Вот так выглядят мои улиточки. Я это пока поставлю в духовку. Духовка должна быть заранее разогрета до 180 градусов. Нам приблизительно понадобится 15-20 минут. Но опять же, это зависит от вашей духовки. Я буду держать в духовке до легко-золотистого цвета. Пока выпекается первая партия улиток, я раскатаю второй кусочек теста. Мои вторые заготовки уже готовы. Первая партия улиток уже готова. Сниму на решетку. Вот такая красота у нас получилась. Отправлю вторую партию в духовку. Вот такие аппетитные улиточки получились. Снизу они очень хорошо зарумянились. И сверху тоже. Вот здесь немножко тесто порвалось и сок вытек. Совсем немножко. Дадим улиткам полностью остыть. Пока печется вторая партия улиток, из этого вишневого сока я сделаю вишневый соус. Сок вылью в сотейник. Добавлю 1 чайную ложку кукурузного крахмала. Ну, чуть больше чайной ложки. Это все нужно хорошо перемешать, пока крахмал полностью не растворится. Поставлю на медленный огонь и уварю до легкого загустения. Постоянно помешивая на медленном огне, доводим массу до загустения. На этом этапе можете добавить вишневый ликер, если у вас есть. Это больше усилит вкус соуса. Вишневый соус уже загустел. После того, как появляются вот такие первые бульки, нужно уварить еще около 1-2 минуты, чтобы не чувствовался крахмал в соусе. Вот такого яркого цвета получается вишневый соус. Он еще немножко жиденький, но когда остынет, слегка опять же загустеет. Вторая партия улиток тоже уже готова. Сниму на решетку и дам остыть. Если вы заметили, у нас одна улитка исчезла. Пока выпекалась вторая партия улиток, мы уже попробовали. Получилась невероятно вкусная выпечка. У меня здесь остался кусочек теста. Я хочу вам показать, какое оно внутри. Такое полое, хрустящее. Это почти как слоеное тесто. Тесто просто тает во рту. Улитка слегка теплая. Вот так выглядит улитка внутри. Тесто очень вкусное, хрустящее. Оно почти как слоеное тесто. Чем-то напоминает штрудельное тесто. Мы попробовали с мороженым и с соусом вишневым. Получается просто великолепно. Немножко мороженого и немножко соуса. Такая красота получается. Попробуйте приготовить эту выпечку, пока сезон вишни. Этот десерт слегка кислый, из-за того, что там много вишни. Тесто хрустящее, не сладкое, напоминает слоеное тесто. С соусом и с шариком мороженого это просто очень вкусно. Попробуйте приготовить, уверена, что эта выпечка вам очень понравится. Таким был мой сегодняшний рецепт. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Это будет ваш вклад в развитие моего канала. А я, как всегда, желаю вам удачного дня, отличного настроения и до новых встреч!